Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите очередную распаковку посылки, заказанную с сайта какого-то либо AliExpress, либо GearBest. К сожалению, я пока не знаю, так как трек-номер, который здесь указан, ни одной из моих посылок, которых я заказывал, не сходится, то есть не совпадает. Поэтому, что ж, будем распаковывать. Сейчас мы узнаем, что здесь у нас. Так. Вот наша посылочка. Запакована очень плотно, хорошо. Так. Последний штрих. Итак, это у нас, ага, это у нас какие-то регуляторы для радиомоделей. О, это друг меня попросил, чтобы я заказал. Это у нас такие регуляторы. По-моему, обошлись 8 чем-то долларов каждый. Итак, вот сейчас распакую. Пришла мне курьером, курьерской доставкой. То есть вот они. Вот такие у нас регуляторы. Две штучки. Вот, да, непроницаемые. Написано вот. Сейчас. Вот бэки какие-то. В общем, вот такая у нас посылочка сегодня. Вот здесь у нас что-то пишут. Здесь тоже. В общем, вот у нас такая распаковка сегодня посылки с Китая. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, до скорых встреч!